Всем привет, дорогие друзья! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Степ-Волф. Сегодня я хочу рассказать вам об одном лечебном учреждении. Это корпус института Игола, института физиотерапии, очень известного на Балканах института, и не только на Балканах, но даже в Европе. Сам этот корпус лечебный находится за моей спиной. Он имеет достаточно необычную архитектуру, и это отражается не только в его внешнем облике, но это будет хорошо видно и когда находишься там внутри, в его необычных переходах, в его полуэтажах. Там расположен бассейн, там расположен комплекс для водных процедур оздоровительных. Там много различных лечебных медицинских кабинетов. Итак, давайте отправимся внутрь и посмотрим все сами. Погнали! Есть такое избитое выражение в кругах лазающих товарищей, у блогеров, которые снимают на нашу тематику ролики, пишут посты, капсула времени. И, собственно, это избитое выражение часто применяют к разным объектам, которые не совсем, наверное, его достойны. И сегодня я хочу рассказать вам об одном объекте, который, наверное, действительно достоин этого эпитета капсула времени, потому что здесь сохранились оригинальные интерьеры более чем 30-летней давности, сохранилась мебель, сохранились какие-то предметы быта, которые использовались здесь еще в конце 20 века. Ну а рассказ об этом отеле мы начнем с его пристройки, в которой расположен бассейн. Бассейн небольшой, но, очевидно, здесь был не просто отель, а скорее какой-то санаторий. Вот здесь при бассейне мы можем видеть некое подобие ванн, джакузи. Скорее всего, они использовались, может быть, для каких-то процедур гидромассажа. Явно в этом отеле, точнее, это был даже не отель, а скорее всего какой-то санаторий или профилакторий. И здесь уделялось достаточно большое внимание водным процедурам, каким-то лечебным водным процедурам. Об этом нам говорит и наличие множества вот таких кабинок вдоль бассейна. Здание было построено на рубеже 1950-х-60-х годов. Несмотря на небольшой по архитектурным меркам возраст, оно скрывает необычную историю, неразрывно связанную со знаменитым именем в области урбанистики и градостроительства всей Югославии. А знаешь, что у него у вас града напущена? Да, знаете? Знаю. Это было старое детское отделение института Симо Милошевича. Ovdje su samo dolazila djeca sa invaliditetom i onda je, šta je, no, nije se dobro poslovalo nešto i onda su prebacili djecu na deveti sprat u staru banju i kad je ova u pitanju nova tamo ima, znaš, našli su mjesto i onda su ovo ugasili. I onda sad ovdje koristi škola istureno odelenje i mi ovdje imamo jedno druženje djece sa invaliditetom. A zašto sad ne radi? Pa napuštena skroz, ne sad, no, ima, sad ću ti reći, dobro, 12-13 godina. Dobro, znaš kako je bilo, sve moguće sadržaje su ovdje postojali. Dolje u podrumu je bazen, znači vodene terapije, sve su imali, nema, sve od Adaša je bilo sobe, ovdje je bilo kuhinja i sve to, prostorije za terapije, ovdje je tamo bio energetski blok, znači imalo je svoje grijanje, sve, sve. Svoj vešeraj, svoje, sve zaokruženo bilo. Ali to je ono kao bolnica u malom ili banja u malom. A ne znate sa koje godine ne radi? Od 2007-2008. Tada je neđe ugašen. Ima jedno 13-14 godina. Nije kasnije? Nije.
что интересно и не характерно для строений гостиничных комплексов на Адриатическом побережье, это то, что здесь была своя бойлерная, мы сейчас вот здесь находимся в ней. То есть здание имело центральное отопление. Здесь целы все элементы вот в этой бойлерной и котел, точнее даже два котла. Здесь есть компрессор. Причем, как я понимаю, здесь недавно проводилась какая-то модернизация, потому что мы можем видеть очень много современных пластиковых труб здесь. Вот этот вот основной котел, если я не ошибаюсь, 1977 года, достаточно старый. И в следующем помещении мы видим уже системы вентиляции. Здесь тоже целая вся электрическая разводка, вся электрическая часть этой системы. Вот интересно, здесь мы видим переключатель и написано «Избацание загаженок воздуха», то есть выпуск, выброс грязного воздуха. Ну а мы продолжим изучение этого отеля. И сейчас мы оказались у водоэлектричества. Здесь все вообще в отличнейшем состоянии. Все рабочее. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что в этом здании работают все коммуникации и водоснабжение, и электричество. Я небольшой знаток электротехники, но мне кажется, что здесь, вот в этом щитке, все достаточно свежее, достаточно современное. Вот здесь вот ввод осуществляется, я так понимаю, подводка силовых кабелей. И там еще один щиток, более старый. Ну а это уже технические помещения здесь. Точнее, даже подвальные помещения. Здесь мы можем опять видеть силовые шкафы, электрические шкафы. Здесь же прямо в подвале находится санузел, видимо, для обслуживающего персонала, для электриков, сантехников, которые работали в этом отеле, в этом санатории, скорее всего. Вот тут мы уже можем видеть действительно старую мебель. Здесь опять же было какое-то техническое помещение. Мы можем видеть бетонные постаменты, на которых что-то монтировалось. Судя по этим календарям, можно предположить, что это помещение покинули в конце 80-х. А здесь мы видим последнюю дату, 1989 год. В середине 1930-х годов на Адриатическом побережье Королевства Югославии в местечке Игола, которое тогда представляло из себя поселок в несколько десятков домов, с населением немногим более 200 человек, Милош Янкович, владелец небольшого одноименного отеля, расположенного там, отправляет для проведения анализа местной лечебной грязи в лаборатории Белграда и Виши с идеей организовать в Игола оздоровительный центр. Но последовавшая Вторая мировая война не дала осуществиться этим планам.
весьма необычно выполненное помещение, разделенное на перегородки, застекленные перегородки в основном. Скорее всего, здесь тоже были какие-то лечебные кабинеты. Отсюда можно выйти на балкон. Вспомнили о наличии лечебной грязи и минерального источника выгола уже во второй половине 1940-х годов при Федеративной Народной Республике Югославии. И 30 августа 1949 года был основан климатический оздоровительный курорт Выгола, получивший название Адриатический природный оздоровительный курорт. Исходя из таблички на двери, можно предположить, что это амбулаторный кабинет. Здесь сохранилась даже печатная машинка. И вот некая таблица мерных единиц. Здесь перечислены различные препараты и единицы меры. В миллиграммах, а, как я понимаю, в граммах на литр, в миллилитрах. Журналы терапия. Я так понимаю, терапевтическое отделение. Дети. 21 декабря, к сожалению, год здесь не вижу. 1979 год, 6 сентября 1979 года, лист реабилитации, здесь список имен и фамилий, я так понимаю, диагнозы и какие-то числа, даты, наверное, смены даты. год уже. И точно так же имена, фамилии. Обратите внимание вот на этот подиум для возможности подъема колясок, кресел, каталок, поскольку институт Игла, он занимался и занимается по сей день реабилитацией больных людей, детей с опорно-двигательным аппаратом, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Здесь же, на этом этаже, мы можем видеть лифт, который застыл здесь навечно. Некоторые кабинеты здесь и сегодня остаются закрытыми. Вот очень интересное место. Здесь же календарь уже за 2011 год. Вот еще один достаточно интересный кабинет. Здесь мы видим кровать, которую посредством такой вот зубчатой передачи можно было перемещать вперед-назад. Тяжело сказать, для чего это требовалось. На тот момент, конечно, никакой инфраструктуры не было. И впоследствии знаменитый лечебный курорт начинался с небольшого домика площадью 40 квадратных метров и дровяного сарая. А больные ожидали свою очередь на процедуры в тени раскидистого дерева. Вскоре под нужды лечебного учреждения был передан ранее национализированный отель «Игла». Он был переоборудован под стационар на 50 коек. А к 1955 году, после его реконструкции, бывший отель мог принимать уже до 105 больных. Санаторий также получил в пользование то самое здание, о котором мы и рассказываем. И здесь кроется самая интересная часть его истории. А вот в этой комнате, похоже, вообще кто-то живет. Здесь и обогреватель, и, точнее, даже два обогревателя, и телевизор, кровать. Здесь какая-то одежда, может быть, строители, может быть, здесь что-то делали. И здесь же, интересно, старые дисковые телефоны с дисковым набором номера.
И здесь же мы видим какой-то журнал, где расписано по сменам. Первая смена, например, вот наверху с 6 утра до 14, 25 декабря 2013 года, Влачич Саша. Вторая смена, Филиппович. Видимо, что-то типа расписания. И видим здесь 2015 год, уже тоже это продолжение этого расписания. 2015 мая 2015-го. Август. В общем, в 2015 году здесь еще все работало, судя по всему. Здесь интересно сделан этот как бы полуэтаж. Хотя вот здесь останавливался лифт, и написано второй этаж. И обратите внимание, какие здесь интерьеры. Старые деревянные перила, старые деревянные лавки. Давайте немножко пройдемся по этому этажу. Множество детских рисунков. Изначально оно было построено под помещение бывшей французской кабельной телефонной станции, где после его передачи для нужд санатория были размещены еще 50 коек. В 1964 году здание было достроено и переоборудовано под детское отделение на 200 коек. Давайте сейчас отправимся в очередную галерею, соединяющую это здание с другой его частью. Здесь опять какой-то процедурный, скорее всего, кабинет. Тоже куча журналов с записями, наверное, не за один год. Сколько же историй болезней, сколько же людских историй хранится вот в таких местах. Проект перепрофилирования АТС в лечебный корпус разработал один из самых известных сербских архитекторов, академик, директор Югославского проектного института в Белграде, с 1944 года главный архитектор Министерства строительства Никола Добрович. В тот период он работал над созданием генерального плана развития Херцег-Нови, который, к сожалению, так и не был принят, и проектировал в первую очередь строительство корпусов Института физической медицины и реабилитации Игла имени доктора Сима Милошевича. Именно так на тот момент стал называться лечебный курорт. Его современники-архитекторы считали, что в результате этой адаптации здание выглядело совершенно законченным и цельным с архитектурной точки зрения. И в нем ни в коей мере не угадывалось то, что изначально оно строилось под совершенно другие задачи. Однозначно можно сказать, что здесь была кухня. Вот мы опять же видим в полной сохранности электрику. Вот это очень интересное приспособление. Это лифты для подъема продуктов со склада, для отправки готовых блюд в столовую. Лифт грузоподъемностью 100 кг. Написано, что перевоз людей запрещен. Ну, наверное, было бы странно в таком лифте пытаться перевозить людей, если только по частям. Причем лифтов этих здесь в столовой было 4, точнее, на кухне. Достаточно необычная архитектура. Опять видим пандусы для возможности передвижения здесь с тележками для больных, с колясками инвалидными. Вероятно, что дети, которые находились здесь на лечении, здесь даже был какой-то типа школьного класса. И обратите внимание, горит электричество, то есть здесь все коммуникации подключены. Кстати, друзья, не забудьте поставить лайк под этим видео и рассказать о нем своим друзьям и знакомым, тем самым вы очень поможете в продвижении нашего канала. Порадуйте алгоритмы YouTube, и он будет лучше, больше рекомендовать это видео. Ну и, конечно же, не забывайте о лайв-канале, где выходит много интересного материала, который не публикуется здесь.
Ну, а мы поднимаемся на следующий этаж. Я так понимаю, что здесь находились только процедурные физиотерапевтические кабинеты. Возможно, здесь принимали какие-то врачи-специалисты. Здесь же находилась столовая. А это называется электробезопасность. Опять мы видим дверь с табличкой с надписью «Амбуланта», «Амбулатория». И опять, в принципе, практически знакомый интерьер. То есть шкаф под документы, но тут документов уже не сохранилось. Зато здесь вот такая вот настенная роспись, веселенькая, тоже в детском стиле. А тут была явно столовая. Опять видим эти лифты. И посмотрите, обратите внимание, тут вообще все практически сохранилось. Вот о таких местах хочется говорить, что это капсула времени. Такое впечатление, что повара, официанты ушли отсюда совсем недавно, оставив все необходимое для своей работы. И здесь можем даже видеть чеки, выписанные в столовой. Вот этот чек, например, датирован 2 декабря 1996 года. И мы попадаем в столовую. Вот здесь, очевидно, пациенты, которые здесь отдыхали, лечились, здесь они как раз обедали. И уж совсем удивительно здесь увидеть книжку по криминологии. Опять же, на английском языке. С библиотечным штампом. И еще раз не перестаем удивляться оригинальной архитектуре этого здания. Она действительно очень необычна. Например, здесь вот эти вот переходы, они связаны балконами. И из помещения в помещение можно пройти как внутри здания по переходу, так и по балконам. А вот можно видеть, что вода тут есть. Можно сказать, что на этом этаже мы посмотрели практически все. Ну и остается нам финальный лестничный марш, который приведет нас на крышу. И вот он, выход на крышу и такая же галерея. Давайте пройдем сначала в галерею. Здесь опять же видим знакомые нам картины. И тоже помещение столовой. То есть столовая здесь располагалась на двух этажах. Правда, здесь пусто, а может быть, здесь была детская игровая комната, судя по многочисленным рисункам. А здесь даже стол для настольного тенниса сохранился. Причем достаточно, как я понимаю, фирменный. Здесь, похоже, тоже было что-то связанное с кухней. А вот это вот вообще похоже на усилитель. Тяжело сказать, вот тут... Антенна? Нет, это видеоплеер какой-нибудь, скорее всего. Ну и можно полюбоваться отсюда пейзажами на море, на новое здание института Игла. Оно вот там, чуть вдали. Каждая деталь в этом здании работает не только сама по себе,
но и как совершенная часть гармоничного целого. Делает этот объект легким и игривым, интересным для глаз и интересным для пребывания. Ритм вертикальных элементов на фасаде, которые повторяются, как будто они продолжаются бесконечно, напоминает музыкальную гармонию. Пишет об этом здании архитектор Вук Чвору. Кроме терапевтического корпуса института Игла, авторству Николы Добровича принадлежит здание почты, построенное по его проекту, во многом перекликающемуся по стилю с реконструкцией бывшей АТС. Находясь в этом уникальном здании, неразрывно связанном с историей целого города, очень обидно видеть, что архитектуру, созданную по уникальным проектам, не умеют ценить не только в России. К сожалению, с этой бедой приходится сталкиваться и в других странах. Ну что же, друзья, вот нам удалось побывать в этом интересном объекте, в Здравнице на берегу Адриатического моря, где сохранилась атмосфера более чем 30-летней давности, сохранились интерьеры, сохранились документы того самого периода. Поэтому не забываем ставить ваши лайки, подписываться на канал, если вы еще этого почему-то не сделали. А я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам самого наилучшего. И до скорых встреч на канале. Пока!